Кровля крыши любых зданий постоянно подвергается агрессивным воздействиям, таким как атмосферные осадки, ультрафиолетовое излучение, механические нагрузки, вызванные весом самой конструкции. Все это может привести к возникновению различных дефектов и постепенному разрушению материалов кровельного покрытия, к снижению эффективности защиты здания. После продолжительных дождей у жительницы последнего этажа 12-этажного дома номер 31 по улице Строительная в квартире образовались протечки на потолке и разводы на стенах. По стенам текла вода. Хорошо, что между стенами и вот этот угол, правый угол в комнату, как зайдешь. Обои отклеились, но я их приклеила опять туда. Не очень там, но видно, а вот угол рыжий весь и не клеится даже. Ну, будем решать компанией, которая кроет крышу. С 1 января 2014 года вступили в силу поправки к жилищному кодексу Российской Федерации. В основном это коснулось введения взноса на капитальный ремонт. Уже с мая 2014 года жители начали оплачивать эти взносы. Программа капитального ремонта в Московской области по замене кровель вступила в силу и в городе Видное. В 2015 году ремонт запланирован в 108 домах. В феврале и в марте 2014 года мы подавали список домов, которые самые проблемные у нас. Подготовились документация, это собрание, дефектные ведомости, сметы. Направляли в администрацию, администрация направляла в Министерство строительного комплекса Московской области. И был сформирован краткосрочный план капитального ремонта. Дом номер 9 в Пионерском переулке находится в зоне обслуживания структурного подразделения «Новация» управляющей компании ЖКХ. На данном объекте кровлю меняют впервые. На данный момент в июле месяце был подписан акт открытия объекта, но работы в связи с погодными условиями, которые не позволяли заниматься ремонтом кровли, были немножко сдвинуты. На данный момент региональный оператор в полном объеме производит работы по замене кровли, то есть деревянных конструкций и покрытия непосредственно кровельного. На данный момент в городе Видное работы по ремонту кровель ведутся в 26 домах. Также в этом году планируется замена лифтов и ремонт системы отопления. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.